Итак, господа МПВшники, имеем два бублика. Это бублик от коробки 771, к ней никакого кольца не идет. И бублик от 773 коробки. Как все знают, к ней требуется вот данное колечко поставить. И тогда оно все будет идентично. Все поставится. Вот товарищ Новорос меня утверждал, что вот этот бублик, он якобы поставил вот это кольцо. Ну вот, ну никак его сюда, ну не поставить. Ну вот при всем желании, вот, ну не подходит оно сюда. Вот хочу вы мне тут доказываете, ну он, в смысле, пускай доказывает. Но кольцо невозможно сюда поставить. Не совпадают эти отверстия. Ну так, все хорошо. На нужном бублике, да? Все ровненько, все красиво. Вот эти вот болты, ну, они соответствуют болтам на бублике 771 автомата. То есть, как он уверяет, что он взял кольцо и поставил вот сюда, ну, я вижу, что это нереально.